Всем привет, друзья! Добро пожаловать в мой ресторан. Здесь вышло первое летнее обновление. Итак, ребята, давайте посмотрим, что же здесь добавили. Появился клиент-спасатель. Клиент-спасатель прибыл чисто на лето и платит в 40 раз больше, чем обычный клиент. Появилась пляжная тема оформления ресторана. Встречайте лето с замком из песка. Также появилась пляжная мебель, пляжный стол и стул. Мебель в пляжной тематике, привлекающая клиентов-спасателей в ваш ресторан. Появилась машина с воздушными шарами. У клиентов есть 10% шанс купить воздушный шар и носить его с собой в вашем ресторане. Появилась витрина для пляжного мяча. Увеличите шанс на то, что клиент-спасатель посетит ваш ресторан, показав ему красочный пляжный мяч. А также нам желают счастливого лета, говорят о том, что преобразилась карта игры и обязательно рекомендуют позагорать на солнце. Что ж, ребята, давайте отправимся в магазин и посмотрим, что там добавили. Обалдеть, ребята, смотрите, здесь настоящий пляж. Песок, пальмы, мячики, вот это они сделали, вот это классно, настоящее лето. Первый раз вижу такое оформление в этой игре. Очень классно сделано, красиво. Но нас интересует все-таки магазин. Давайте отправимся туда. Я вижу уже новый автомат с воздушными шариками. Давайте посмотрим, сколько он стоит. В разделе лакшери и стоит он 250 рубаксов. Конечно, очень обидно, что за рубаксики, потому что не все ребята донатят. Ну ладно, в принципе, и без них можно призывать посетителей-спасателей. И вот она новая мебель. Пляжный стул стоит 95 тысяч. И вот такой вот столик, на котором стоит вот такой пляжный зонтик. Очень красиво оформлено все это в таком бело-голубом стиле. И пляжный столик стоит 120 тысяч. Он дает 10% шанса, что к нам придет посетитель-спасатель. А стул дает 5%. Ну что, давайте закупимся мебелью. Я куплю для начала 4 штучки столов и, соответственно, 16 штук стульев. И потом я все это установлю у себя в ресторане. И, ребята, это еще не все. Здесь же добавили у нас оформление ресторана, пляжное оформление в виде песочного замка. Это как раз то, о чем говорил Дэвид в своей презентации. И здесь, ребята, еще есть вот такие вот шарики, стоят они 750. И подойдут они для дня рождения. Давайте тоже прикупим. И вот он стенд с пляжными мячиками для того, чтобы привлекать клиента-спасателя. Стоит он 80 тысяч одна штучка. Но я много брать не буду. Возьму 10 штук, чтобы привлекать клиента-спасателя. Я думаю, этого будет достаточно. И я вижу, вот оно оформление пляжное. Очень красиво смотрится, действительно такое летнее. Стоит оно 3,2 миллиона. Покупаю, и оно сразу у меня оделось на мой ресторан. Ну что, самое время отправиться и посмотреть, как это выглядит. Вот оно, смотрите, на стеклах нарисованы кораллы, звезды. И сам ресторан выглядит, как будто сделан из песка, такой песочный замок. Очень классно сделано. Итак, ребята, давайте расстанавливать наши вещи, которые мы купили, наше оборудование. Итак, что у меня есть? У меня есть пляжный мячик, давайте поставлю его здесь. У меня, в принципе, есть место. Поставлю вот сюда и сюда. Так, пусть будет вот так вот, как-нибудь хаотично расставлю. Главное, чтобы они у меня здесь стояли. Так, отлично. Ну и шарики поставлю. О, кстати, шарики с анимацией очень классно смотрятся. Так, ну что? Теперь нужно поставить мебель. Для этого нужно найти свободное место в моем ресторане. У меня очень много всего заставлено. Давайте отправимся, наверное, на 8-й этаж. Здесь у меня все в пряничной мебели. Давайте, наверное, уберем. Все-таки пляжная мебель будет приносить чуть больше, потому что вот эта мебель, она, в принципе, ничего не дает. Сейчас уберу вот здесь несколько стульчиков и поставлю здесь нашу пляжную мебель. Удалила нечаянно кусочек пола. Сейчас верну его на место. Здесь у меня белая мраморная плитка. Все отлично. И теперь ставим наши столики. Они очень классно смотрятся на фоне летнего оформления ресторана. Прям так гармонично. Очень классное обновление. Мне, ребята, понравилось. Действительно, такое прям летнее все. Так, ну что, поставили стульчики. И я немножко не докупила стульчиков. Надо будет купить еще 4 стульчика. Давайте бежим сюда, в магазин. Кстати, до следующего обновления нужно собрать 1 миллион 200 тысяч лайков. Уже половина собрана. Интересно, что нам еще придумают. Но
надо еще очень много лайков собрать. Итак, я покупаю еще 4 стульчика. Так, отлично. И теперь возвращаюсь в свой ресторан. Устанавливаю все это на 8 этаже. Поставим стульчики. И сейчас дождемся клиентов. Вот они уже, кстати, клиенты-спасатели. Такие голенькие, в спасательном круге накачанные такие ребята. И посмотрим, сколько будет давать нам клиент. Так, сейчас я приму его заказ. И потом дождемся, когда он поест и сколько он нам оставит. Ест он из обычной тарелки, поэтому плата будет не двойная, а обычная. Посмотрим, сколько могут платить по сравнению с другими клиентами. Так, собираем. 2120 долларов он мне оставил. Это в 4 раза больше, чем обычный клиент. Отлично, ребята. Значит, лучше всего заставить весь этаж этими стульчиками и столами, чтобы мне приходили эти клиенты и давали отличные денежки. Так, это у нас летнее обновление, и, скорее всего, оно будет ограничено по времени, поэтому не пропустите. Ну вот, ребята, вот такое вот летнее обновление выжило в игре «Мой ресторан». Добавили новых посетителей, новые предметы. В принципе, неплохо, хотя обновление небольшое, но очень приятно, потому что его очень давно ждали. Что ж, ребята, на этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.